Заказы для пермских предприятий, увеличение объема инвестиций. Эти и многие другие вопросы обсуждаются сейчас на Международном космическом авиасалоне. Напомним, на этой неделе в Жуковском открылся форум МАКС-2017. Он проходит раз в два года. Это площадка, где демонстрируются новейшие технологии и разработки. Идут деловые переговоры, в которых принимает участие глава региона. На Международном авиакосмическом салоне МАКС проходит деловая программа. Она для руководителей компаний, ученых, авиастроителей, представителей власти. В павильонах форума работают стенды пермских предприятий, в частности ОДК «Пермские моторы». На МАКС прибыл глава Прикамья Максим Решетников. Он встретился с руководством Роскосмоса и Объединенной двигатель-строительной корпорации. Речь шла о загрузке производственных мощностей пермских предприятий. В частности, в течение этого года планируется выпустить 16 двигателей ПС-90А-76 для тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-476. Хорошей новостью действительно является то, что всерьез обсуждается тема по следующей модификации этого двигателя ПС-90А-3 ограниченной серии. Ну, это то, что еще не принятое решение, но в любом случае достаточно серьезно на уровне федеральных министерств эта тема обсуждается. Роскосмос подтвердил все планы по развитию площадки в новых лидах. Вот протоновской, и это тоже для края очень важно. По словам главы региона, проект в новых лидах в области ракетного двигателестроения – это 8 миллиардов рублей, которые в течение ближайших 3 лет будут перечислены из федерального бюджета. Обсуждалась и тема серийного производства нового двигателя ПД-14. Процедура его сертификации по российским и международным стандартам начата. Руководство пермских моторов подписало соглашение о поставке первых 8 двигателей ПД-14 для пассажирских авиалайнеров МС-21. Сроки серийного производства, они будут во многом зависеть еще в том числе от проведения летных испытаний. Мы за то, чтобы это сдвинуть в более краткий срок. У самолетчиков есть свои проблемы, и вот в этой дискуссии, да, то есть мы ищем компромисс для того, чтобы возможно кратчайший срок начать поставки мотора. Глава региона Максим Решетников сообщил, по итогам первых дней работы авиасалона «МАКС» успешно прошли переговоры с представителями всех ключевых госкорпораций. Я очень доволен тем уровнем участия и тем отношением, которые сейчас есть к предприятиям края со стороны вот этих федеральных структур. Это говорит о том, что, ну, в общем, мы действительно на высоте, но в то же время везде есть что дальше развивать, везде понятно, что дальше делать, и мы говорим на одном языке. Форум продолжит работу до 23 июля. В пятницу МАКС откроет двери для широкого круга посетителей. Юлия Зыкова, телевизионная служба новостей.